Мне всегда было интересно, а как художники создают свои шедевры и где это происходит? Вообще, какова среда обитания людей искусства? И вот специально для таких, как я, Дом искусств проводит акцию. А какую, узнаете из следующего сюжета. Смотри, молодежный форум. Обычно для простых людей эта дверь закрыта. Мастерская художника – место сакральное, и посторонним сюда вход воспрещен. Но работники Дома искусств решили кардинально изменить ситуацию. Так возник проект «За закрытой дверью». Мы полагаем, что это совсем иное видение искусства, как такового, не холодного, как вот в музейном варианте, а скорее с душой, с историей. Поход в гости к художнику требует предварительной подготовки. Нужно согласовать время, гостей и формат встречи. Публику стараются формировать по интересам. На этот раз пригласили ребят из трудовых отрядов старшеклассников. Раньше музей посещала, а вот с художниками не общалась раньше. Понравилось это художество Эдуарда Викторовича. Я в первый раз в жизни был в мастерской художника. И здесь так вот живописно. Я, правда, сначала не хотел сюда идти, думал, неинтересно будет, но потом понравилось сейчас очень. Встречи проходят с членами Союза художников России. Эдуард Шеломов занимается живописью с 4 класса. Считает, что искусство облагораживает человека. Может быть, чем-то они добрым займутся после вот этого посещения. Может быть, что-то у них изменится в судьбе. График встреч расписан на месяц вперед. С октября организаторы планируют проводить встречи постоянно, чередуя их с мастер-классами. Подробнее о проекте можно узнать в группе в социальной сети ВКонтакте. Может, и вы за закрытой дверью найдете что-то особенное для души. Смотри, молодежный форум.